Батут работает. Это внутренняя шутка для своих. Маск дразнит главу Роскосмоса Рогозина, который говорил, что без России штатам придется запускать космонавтов на МКС с помощью батута. Алло, Роскосмос, ты сейчас умрешь! Роскосмос. 1 килограмм груза на орбиту – $6000. Илон Маск. 1 килограмм груза на орбиту – $600. Покойся с миром. Пилотируемые полеты были в СССР с 1961 года. Получается, что США отстает от развитых стран на 60 лет. Блин, вы представляете, какое бы Г понеслось по трубам, если бы это Роскосмос одел космонавтов в такие скафандры? Батя на рыбалку в таком ходит. Ну, для космоса не годится, но для павильона Голливуда в самый раз. Да какая разница, в чем по киностудии ходить? Шоу устроили, а дальше опять будут на наших летать. Что интересно, сам момент посадки в трансляции не показали, хотя на платформе была установлена камера. Вместо этого на экран вывели графику и только потом показали уже стоящую ступень. А в эфире телеканала «Россия-24» продолжается истерика. Эта истерика омерзительнее всего. Она омерзительнее тотального воровства и нового застоя, из-за которых мы отстаем все больше.